Друзья, всем огромный привет! 25 число сегодня, 25 февраля 2024 года. Набережная центральная города Сочи. И вы знаете, вот я вижу, просто замечаю, иду и замечаю, сколько красивых людей все-таки у нас в России. Это, конечно, очень приятно. Хорошо одетые, красивые люди. Двигаемся сейчас в сторону улицы Платанова, пройдем по набережной, прогуляемся, посмотрим, чем дышит Сочи. А дышит он действительно свежим морским воздухом. Сегодня около 13, наверное, градусов тепла, но есть ветерок, поэтому люди одеты, в принципе, достаточно тепло. Но иногда, конечно, хочется все скинуть, верхнюю одежду, и уже пройтись в футболочке. Ну вот нет, пока нет. Пока совсем это рано делать. Хотя солнце светит так ярко, прям ярко. Набережная Сан-Ремо. Ну, конечно, название не Сан-Ремо, это я так называю. Вообще, это набережная под названием Цирк. Ну, я ее называю Сан-Ремо, эту набережную. Так, наш котик. Котик красивый, да. Достопримечательность местная. Да. Шикарная, шикарная погода. Радует очень. Прогуливаться вдоль набережной всегда приятно в такую погоду. Люди принимают солнечные ванны. Отдыхают, расслабляются. Сегодня выходной. Красота. Кайфуем.